Геннадий Дмитриевич, да у меня с сестрой был разговор по поводу воскресенья. Я вечером топил баню, но она говорит, в воскресенье лучше ничего не делать, не топить. Я работаю по два дня, и у меня периодически не выпадает на субботу, чтобы баню стопить. И она говорит, что это не совсем хорошо. Что-нибудь скажете, как правильно вести воскресенье? А что касается, баню в воскресенье топили, что ли? Ну, я работаю по два дня, в воскресенье я затопил, вечером я там стирался, мылся. Вот. Ну, мы этого не делаем, мы этого никогда не делаем. Это уже соблазн подаете. Выбирайте, когда дни свободные. Занимайтесь писанием, больных посещайте, навещайте, отдыхайте. Зачем на воскресенье-то это делать-то? Он собирал какие-то щепки в Израиле в субботу-то. И все, приговорили к смерти, убили. У нас закон расслабленный, мы позволяем себе разные вольности. Не надо это делать. Так он вечером-то, наверное, уже можно. Все, хорошо, Ну, я говорю, у нас мы никогда это не делаем. Геннадий Тихонович, так день начинается с вечера, со скольки еще? С 24. Как-то вы себя такой нуждой связываете. Кто пообещал? Вы нормально живете. Зачем вам это все нагромождать-то? Неужели вам совесть не подсказывает, что это делать нельзя? Про баню не написано в Писании. Ну, у нас же совесть есть. С чего ради-то? Ветхозаветная суббота указывала на воскресенье. Ну, терпи, ничего не будет с тобой. Почему нужно тебе мыться каждую субботу-то? Он считаешь, Великий пост 7 недель. Ни женщины, ни мужчины в баню не ходили. Пишет не кто-то, а Иоанн Златоуст. Мы как-то себе позволяем такие вольности, а потом, а что теперь делать? Да не надо было ничего делать. Просто сидел бы, молился, и не было никакой оказии. Все учту на будущее. Благодарю. Ну, конечно. Так, никого больше нету с вопросами, отхожу.